сегодня посмотрим, во-первых, снова на классическую постановку и попробуем в этой постановке что-то доказать. Итак, у нас есть ряд пары. Напоминаю, Q – это натуральное число, и мы выписали все рациональные дроби. И в прошлый раз утверждалось, но не было доказано. Следующее. Давайте рассмотрим количество чисел R из ряда пары с номером Q, не превосходящих X, разделим на количество элементов во всем ряде пары. Так вот, утверждалось, что вот этот вот предел бесконечности, он очень хорошо выражается, это просто-напросто x. Я напомню, что у нас было два взгляда на то, что надо делать с деревом форели или штатным проколом, нет единого понимания, как это называть. В прошлый раз мы смотрели, что ситуацию, когда мы останавливаемся, строим конечную часть дерева и останавливаемся в каком-то смысле совершенно естественно, останавливаемся на уровне n. И это рассмотрение ведет к функции, вопрос функции Минковского в качестве предельной функции распределения. И в прошлый раз мы обсудили какие-то свойства этой функции. Сегодня я тоже хочу подобраться к каким-то свойствам этой функции, но с другого конца. Я хочу рассмотреть классическую постановку, когда мы рассматриваем только рациональные числа, знаменательные превосходящие Q. Они вот в этом двоичном дереве как-то по-разному расположены, в разных уровнях расположены. Вот. И значит, сейчас мы докажем такое утверждение о том, что функция распределения для остановки согласно правилу Форея, она очень гораздо проще. Она никакая не загадочная вопрос функции, а прямо-таки x. Но для этого нам надо немножко кое-что знать или понять о функции Q.